Всем привет, с вами Лара Шум, и мы сейчас с вами в усадьбе Виноградова. Здесь на самом деле эта усадьба закрыта, но если есть забор, значит есть дырка. Я приехала на велосипеде и гулять не буду полностью по имению. Остановлюсь только вот на этом здании. Последнее, что здесь было, это детский санаторий, вот, написано, да, и тут действительно был детский санаторий, потому что вот там вот детская площадка находится, вся заросшая просто-напросто. Ну, правильно, никому теперь это место не нужно, а ведь оно историческое. Здесь изначально жили родственники Пушкина. Последняя купчиха, владелица дома немецкого происхождения Банза. Ее крестьяне спасли в 1917 году, когда хотели спалить этот дом. Крестьяне не дали спалить этот дом и спасли живущих в нем. Благодаря им, то есть они дали им сбежать. Представляете, как все-таки крестьяне любили владельцев вот этого дома. То есть они для них старались сделать, тут и кинотеатр был. Они устраивали новогодние праздники для крестьян в доме. Разве это не прекрасно? И теперь это место просто погибает. А у нас вроде как сейчас выборы в Москву депутатов. Вот хоть бы один депутат сказал, я бы хотел реставрировать исторические места, то, что останется нашему поколению. Я буду вкладывать деньги в это. Ну, как говорится, а зачем? Зачем сохранять историю, да? Как делают это в Италии, где что не камень, то какое-то историческое место. И ведь у нас тоже, что не лес, то какое-то историческое место. Ну вот, к сожалению, вот так у нас. Приходится пробираться сквозь дырки в заборе и смотреть, снимать вот такую вот разруху. Я на самом деле давно хотела сюда попасть. Дело в том, что когда зимой, весной, осенью едешь по трассе Дмитровское шоссе, то видишь вот это желтое здание. Давайте вот с этой стороны снимем. Смотрите, какая красота. А ведь здесь были балы. Здесь были балы. Ребят, давайте я вам покажу сейчас еще дырку в заборе, через которую я пролезла. Да, в следующий раз приеду сюда без велосипеда, для того, чтобы погулять уже по всей территории. Если есть забор, значит, есть дырка. Велосипед сюда, конечно, не пролезет, но если постараться, пролезет. Но я девочка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, ведь иногда здесь бывают такие супер-пупер видео. С вами была Лара Шум, великий путешественник на велосипеде.